Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, а ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков и роллинг на 104 тысячи самоцветов, а ролить мы будем по 1200, а еще здесь много всяких ништяков на складе. Быстро сел, или ты уже сидишь, что встань, вот, пельмехи в карманы, и лепишь лайки, подписываешься, и давайте, короче, расслабимся, зарядимся хорошим настроением, надеюсь. И выбьем кучу всяких хороших героев. Героев. Героюшечек, ребята. Не забываем про колокольчики. Всем огромнейшее спасибо, кто постоянно все это дело поддерживает. Давайте наберем здесь 5000 лайков. Это нереально, но все же. Это бездонатный аккаунт и 100 тысяч самоцветов, друзья. Это бездонатный аккаунт и 100 тысяч самоцветов. И ник, DFYTH. Гильдия под названием Goblin & Co. Goblin & Co. Вступаем, мазафака, нига, бич. Суперактивная гильдия. Вот, ладно. У князя в кармане прохладно. Но, мы, знаете что, мы начнем, короче, с того, что мы откроем все ништяки. Нет, посмотрим сначала, каких героев не хватает. Так, смотри, Розалинда, мастер рун, да. Я, правда, за все время только единожды его выбил. Розалинда донатная, да, Некроз донатный, Кровавая Мэри донатная, Маг Духа Вальтор. Они тоже донатные, Зефирик донатный, Механоид Альфа донатный, Фрея не хватает, Трифида, Мастер Арун, Седна, Дуэлян донатный, Повелитель Бури, Полярный Лис, Леди Божество, Шаман Медуза, Землеройка, Пепельная Матрона. Землеройка, пепельная матрона. Барт есть. Асуры нету. Дама холода Арктика. Короче, я в любом скиталец, вождь Минотавров, Бугимент. Я в любом случае запутаюсь. Ребят, но вы. Но я не знаю, как 100 тысяч самоцветов накопить без доната. Но вы как бы там напишите в комментариях список героев, которых я выбил. Ладно, давайте начнем с открытия, ребят, ништяков. Спокойненько. Откроем все ништяки. И тогда просто устроим такой, знаете, марафон по 1200. И очень быстро потратим 100 тысяч, ребят, самов. Так что вот такие вот дела. Ништяки, я так понимаю, специально под этот видос копились. Мы их специально сейчас берем. И открываем. Так, это тоже что у нас тут? Опа. Опачки. Замечательно-то как. Да. Прям хорошо. Так, что тут? Тут прям тоже замечательно. Тут прям трошечки. Неплохо. Так, здесь у нас что? Здесь у нас Афина выпала. Ладно, так, тут что у нас выпадет? Слушай, мест на складе мало. Вот в чем проблема. Придется докупать. Так, эти бонусики откроем. Что нам тут дадут? Ерунду. Ну, как бы все ништяки отсюда открывать не буду, потому что это будет слишком долго. Вот так, вот это что у нас тут? Ништячочки, кулачочки, все падает на аккаунтик. Это прям все радует. Радует, ребята. Прям не огорчает. Ну-ка. Ну что-то уже выбили, да? Повелителя пули вроде не было. Так, здесь что? 16 эмблем 5 уровня. Ну, для бездонатного аккаунта это тоже хорошо. Тут что у нас? 6 уровни выпала херня. Так, тут у нас. Окей, это хорошие, это добрые сундучки, друзья. Это добрые сундучки. Здесь у нас что? Тут скины. Осколки командоры. Старые мешки. Так, тут у нас осколки ледяного феникса. Тут у нас 190 ящиков. Уже нельзя взять, просто открыть все. Просто взял и открыл все. Так. Окей. Давай, быстрее, открывайся, а потом такой бабам, такая финишная прямая, 100 тысяч самоцветов, по 1200, блух, вжух, вот, да. Так, ну как накопить-то, вот просто, ребят, поставьте лайк за то, что человек накопил 100 тысяч самов без доната, я бы реально не смог, потому что это очень-очень жестко, друзья. Так, здесь еще всякого разного выпадает, да, на складе с местами очень грустно. Ну ничего, сейчас все откроем. Да, ребята, заявки на ролик оставляем по ссылочке в описании. Так, окей, открыли, дальше тут у нас что? Коробка хаоса, содержит случайные награды. Подожди, это эмблема или руна? Я уже запутался. Нет, это походу руны. Мы даже открыть, да, не сможем? А, не сможем. Или это эмблема? Я уже путаюсь. Вот здесь руны. Так, эмблема тут хорошо пооткрывали. Так, тут мы тоже открываем. Осколочки всякие. Уже он, походу, эти, как бы, тут эти все ништяки очень долго и упорно копил. Не, бывает, друзья, бывает. Так, ну слушай, даже я смотрю, я думал, наоборот, мест будет не хватать, но количество мест на самом-то деле увеличивается. Так, тут у нас что? Пятерочки, окей. Тут у нас что? Так, отлично, замечательно. Так, тут у нас тоже все хорошо. И тут у нас все замечательно.
И тут у нас не холодно, тут у нас замечательно. Я не знаю, наверное, может быть, ускорю этот момент, если не забуду. Потому что, ну, как бы реально, очень долго мы все это открываем, друзья. Так. Господи, сколько ништяков, все накоплено. Как человек до этого играл, непонятно. Ай. Отлично. Так, давай, здесь у нас что? Скины на здание, это замечательно. Ну, слушай, пока мест хватает, это радует, ребят. Это радует. Так, тут у нас. А, тут мы ждем невероятного количества выпавших самоцветов. Тут мы ждем, сейчас тут нападает. Ух, ну нет, не нападало. Несколько кучек упало, и все. Так. Сколько теперь на бездонатном аккаунте у нас будет этих эмблем, а, ребята? И там даже какие-то и хорошие выпадали. Так, здесь мы тоже сейчас все открываем. Нам. А, смотри, места заканчиваются. Это печалька. Осталось 3 места свободных. Осталось 3 свободных места. Так, открыли. Эти, ладно, давай, их тоже откроем. Давай все использовать, господи. Господи, мы уже минут 10, наверное, только одни ништяки открываем. Когда они закончатся, а? Они что тут бесконечно? Я уже начинаю с ума сходить, друзья. Я уже начинаю сходить с ума. Просто ужас. Так. Дальше. Это мы тоже откроем. Скины, ну как бы силушку тут можно будет прокладывать. О, у вас недостаточно мест на складе. Так, мы это можем открыть. Смотрите, сколько. О, тут есть такая блатная карта. Ее чуть позже откроем. Я даже не знаю, чем. Подожди, сейчас мы тут немножко зачистим, если это возможно. Ух ты, елки-палки. Ну, чё какашку-то лежать? Чё значком почёта-то лежать, а, ребят? Этому чё всё лежать? Лежит всё, отдыхает. Так, это мы не будем трогать. 500 самоцветов, тут целых 6. Тут целых 2000. Смотри, кулаки, всё окопилось. Как же аккаунт бедный так развивался. Лям кулаков на бездонате накопилось, ребят. Лям, просто лям кулаков. Так, это можно тоже всё открыть. И это можно всё открыть. Ну, открыли по максимуму, считай. Вот место освобождали, ребят. Место освобождали. А, тут ещё, смотри, тут ещё зелёные и синие герои. Мы их тоже, ребята, сольём. Чтоб, когда мы ролили по 1200, у нас вообще никаких проблем не было. В кого сливать-то будем? Барт, я предполагаю, да, на максимум прокачан. О, Фрэнки не прокачан на максимум. А Фрэнки нам пригодится, да, тут что-то ролилось, и как бы, и даже, грубо говоря, ничего не сливалось. Вот, без меня тут ролилось, окей. Окей, так. Сейчас мест будет просто. Не, ну это по-любому, это мне надо будет все ускорять. Это прям долго. Это прям уже, я не знаю, вам еще нравится, не нравится обмазываться чужими ресурсами. Так, ваши подарки. Да, вот теперь у нас мест много. Открываем скины. Они тоже на аккаунте определенно пригодятся. Они тоже пригодятся. Оу-оу-оу. Так, дальше. Тут еще. Тут целая куча этих ништяков, посмотри. Это мы тоже открываем. Что оно лежит-то? Это тоже открываем. Не надо всему этому лежать-то. Так. Может, каких-то просто. Посмотри, сколько здесь. Просто на здание, да? Скинов. Тут просто за счет скинов здания можно прокачать нифигово силу. Я ж прям завидую. Прям тут хорошо получается. Прям, ребят, замечательно. Так. Окей. Закрываем. Тут еще, смотри. Просто бесконечно какое-то количество ништяков. Не, я тут уже из принципа их сейчас все открою. Мне уже дико надоело их открывать. Но я из принципа открываю. Посмотрите, я открываю все скины. Они все не заканчиваются. А, и вот. И кстати, они места занимают, нифигово. Только что было где-то 30-40 мест свободных. И все, как бы их не осталось. Осталось 7 мест свободных. Реально, осталось свободных 7 мест. Но это какая-то жесть с этими ништяками-то, елки-палки. Уже просто 12 минут их открывает. 12 минут, друзья. Они все не хотят заканчивать. Да вот питомцев точно открывать не буду, но это пипец как долго будет. Это будет прям вообще жестко. Этот, я не знаю, наверное, после этого ролика он просто на 100 тысяч сразу сила плюсом. Жестко. Так, дальше. Изобилие открываем, да? Так, 5 свободных мест, друзья. 5 свободных мест. Сейчас будет 6 свободных мест. Сейчас будет 7 свободных мест. Так, сундук защиты. О, целых 8 свободных мест, друзья. 9 свободных мест. Ну-ка, у нас прям спорт. Открывая ништяки, смотреть, как увеличиваются и уменьшаются свободные места. Ну что, давайте откроем эту карту. Что отсюда? Я уже даже забыл, каких героев не хватает. Я буду просто смотреть, какие падают, вы уже там сами думаете, удачно, неудачно. О, это жестко. Так, окей. Сундук мяса, ну ты серьезно? Вот ты даже вот эту херню открывал. Так, 11 свободных мест, ребята. 11 свободных мест. Так, окей. О, еще карточка. Сколько? 13 свободных мест, друзья. 14 свободных мест, идем к успеху, не останавливаемся. Редкий сундук лавы, о божечки, да ты тут даже есть. Мы уже почти закончили, друзья. Посмотрите, сколько вот этих мешков питомцев. Это реально, наверное, или знаешь, типа, если их открывать, то тут сразу. А, тут еще эти осколки питомцев. Я не знаю, ну как бы. Не, ну их можно открыть, но тут я вообще не знаю, какую скорость мне нужно ставить ускорение, чтобы вы это все не промотали. Хотя я думаю, что я разговариваю сейчас сам с собой, потому что большинство из вас уже промотали. Это я тут сижу, мучаюсь. А вы тут уже все промотали. Я так думаю, вот возьму, по-быстрому, короче, запишу-ка я роллинг, да? Запишу-ка я по-быстрому ролик. Да, записал по-быстрому ролик, посмотрите. Окей. А не, а что уже, давайте, все равно я. 730 мешков осколков там, понимаете? Просто 730, ой, господи. Я уже не знаю, что мне делать. Мне уже скучно. Я буду сидеть, дуть, вот, буду ковырять носу. У нас, кстати, я вам в курс вас веду. У нас 19 елки-палки свободных мест. Идем к успеху. Буду петь. Да, не считайте, питомцев он тоже закрывается. Прокачивается, конечно. Просто, это очень жестко. Просто, жестко. Да. Оу-оу-оу. Та-та-та-та-та-та. Сейчас как мое пение будет звучать в ускоренном варианте. Если как бы могу сейчас просто орать любую фигню, это будет в любом случае тупо смотреться. Я сейчас из принципа все открою. Я уже реально, типа, за что мне это, но я сейчас из принципа это открою. Потому что, ну а что, ну почему бы и не дать? Не знаю, можно их поставить, это надо специально обученного человека нанимать, чтобы это все открывать. Вот, как бы, ребят, когда даете аккаунты на ролик, накапливайте только какие-то интересные плюхи, интересные какие-то ресурсы. Потому что, ну вот, гора просто мешков питомцев, но это уже неинтересно. 700 мешков осколков там на стандартных героев, но это тоже полная фигня. Просто, ну, это полная игробура. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы понимаете? Я реально, я сижу 16 минут вот это вот все открою. 16 минут. Да, вы что, мне в 3 раза надо это ускорить? Вот так вот все было. Это же просто жесть. Я скажу с ума, я не знаю, кто это видео не примотает.
Значит, пипец, это видео, наверное, просмотров не наберет, потому что его все будут мотать. Его просто все будут мотать. И что самое главное, не на ус и даже не на письку. Его просто будут мотать. А может быть, я не буду сказать, может быть, я все повырезаю. Может, не повырезаю, не знаю. Но у нас уже, кстати говоря, ребята, 22 свободных места. 22 свободных места. Но это еще ерунда, нам надо еще 730 мешков осколок открыть. И они тоже так же медленно открываются. Жесть, просто, я не знаю. Чем это? Давайте продезинфицируем руки пока что. Опа, опа. Через полтора часа уже стрим надо начинать. Надо мышку тоже будет продезинфицировать. Да, и не смотрите, что тут лак, ну, типа, банка от лака для волос. Просто, ну, она была пустая, туда налили санитайзер. Нормально. Нормально. Ого! Я не знаю, может, мышку можно... Тоже мышку продезинфицируем. Телефон. Давайте телефон продезинфицируем. Клавиатуру. Все, короче. Все в дезинфекции, друзья. Все в дезинфекции. Ой, какая клавиатура теперь. Теперь она будет пахнуть чем-то вкусным. Спиртом. А что, разве спирт не вкусный? О, оно закончилось, оно все открылось. Так, ну это я уже не буду открывать. Ну у вас в пень, как говорил один великий ум. Так, здесь мы тоже все открываем. Господи, я уже начну сегодня ролить-то, а? Это мы тоже открываем. Ну это жесть. Ну, это просто... О, 4 самоцвета открыли. Так, у нас 107 тысяч самоцветов и 29 свободных мест. Все, я теперь со злости буду очень быстро ролить. Давайте. X10. Полетели. Я реально забыл, какие герои недостающие. Леди Лео. Фараон. Призрачный всадник. Ледяной Феникс выпал. Кстати, он недостающий. Он недостающий? А? Он недостающий? Дома холода. Полярный лис. Кстати, ну ладно, подожди. А у нас еще была акция, наверное, на трату. Подожди. Базар это было здесь? Сбей яйца. Охотник за богатством. Это что у нас за акция была? Это блатная, да? Да. Большая выгода. Настолка. Пасхальный конкурс ВК. Сундуки вроде вчера были. Ладно, полетели дальше. Господи, сколько уже? 20 минут. Я уже сижу. Паролить не могу. Давай. Седна, королева гарпий. Так, Влад Дракула. Мастера рун должны выбить. Вот что. Короче, моя цель мастер рун. На все остальное плевать. Все остальное вы сами напишите в комментариях, кого у меня получилось выбить. Дама холода. О, и места на складе закончились, прикинь. Свален, дама холода, скиталец. Ну, это по-любому там из них... Несколько недостающих героев. Асура вроде тоже недостающий был. Или я путаю с прошлым роллингом. Не останавливаемся, друзья. Душегуб, Химера, Командора, Королева Ос, Рыцарь Тьмы, Гаргул Бугимен, Фрэнки 1.0, Рыцарь Тьмы, Свален, Укротитель, Смерть, Бульдозер, Друид, Валентина, 190 Рыцарь, Миша, Космо. Ух ты, елки-палки, давай, мастер рун, мы уже половину самоцветов потратили. Варлок, Махатма, Бульдозер. А где это пепельная Матрона? Еще один ледяной Феникс, но, как оказалось, он уже был. Свален Фрея, Фрея вроде бы недостающая была, да? Если я не путаю. Тесса. Места заканчиваются, 40 тысяч самов осталось. Фрэнки, Скиталец. 190 рыцарь, заклинательница, 190, ну, Трифитриант Миша, да все, вы уже падали сегодня. Космо еще раз падает, ведьма, душегуб. О, пепельная Матрона, ну хотя бы что-то, ну 25 тысяч самов осталось, я хочу мастера рун выбить. Ну, это ж сколько уже роли, я уже там под миллион самоцветов потратил. Да, если посчитать все роллинги. А может быть даже больше из-за
все, за все эти самоцветы я выбил только одного мастера рун. Фобос, Тесса. Кэнди, 11 тысяч самов осталось. Давай, мастер рун, ты должен уже прийти. Второй раз-то, а? Хладный призрак. Открываем места. Давай, мастер рун, приди. Дружище, пожалуйста. Все. 700 самоцветов осталось. Давайте 700 самоцветов оставлю. Я реально, я не знаю, если вы поддержите этот видос лайком, я буду вам весьма, ребята, благодарен. Спасибо аккаунту, игроку под ником DFYTH, короче. Я устал от... Ты хотел, чтобы я твои ништяки все открыл? Я открыл, дружище. Не знаю, что я тебе там выбил, хорошего, плохого. Уже зрители оценят, как прошел этот роллинг, потому что у вас память лучше работает, чем у меня. Вы не открывали плюс 100-500 мешков чего-то там. Вот, короче, все непонятно. Вот, буду читать комментарии и потом уже на холодную голову понимать, удачный этот роллинг был или нет. Кто не поставил лайк, поставьте лайк. Кому не понравилось видео, смело лепите дизлайк. Всем огромнейшей удачи, берегите себя, мойте руки, соблюдайте самоизоляцию. Всем чао.